такую на пасеку, а, себе машинку. Ну, ребят. Прививочная планка с нержавейки. То есть кормушка. Такая нержавеющая конструкция. И держатели для мисочек. Интересно. Здесь компания продает принтеры для производства этикеток. То есть вы сами можете распечатывать себе этикетки всех видов. Ну да, мини-типография такая. То есть пофасовали, придумали себе дизайн, распечатали и полностью закрытое производство. Вот такая красота. Так. Ну, я так понимаю, это термокамера, да? Дворовый контроллер. Так это как кули больше. Ну, рамки переставляешь, семью, да, получается, садишь. И тоже, да, за счет температуры избавляется от клеща ворова. Так, стенд компании Тома. Ихняя линия. Ну, что-то подобное они 2 или 3 года назад привозили в Киев. Были на выставке. Принцип работы. Смешивание какое-то идет, видел? Ну, классная штука. Любой пчеловод мечтает о линии для откачки меда, чтобы, смотрите, сразу и распечатка. Распечатка с этой стороны. Дальше горизонтальная медогонка. Вот сюда формируется такую кассету, переворачивается. И дальше вы уже забираете откачанные рамки. Внизу шнек для откачки забруса. Ну, четкая штучка. Так, вот такая вот центробежка для извлечения меда из забруса. То есть не шнек, а центробежка. Ну, идея та же самая, достать мед из обрезков рамок, то есть из забруса. Отделить мед от воска. Фильтра располагаются, забрус внутрь, и по действию центробежной силы мед попадает на стенки бака и через трубу вытекает в емкость. Вот такая вот пластиковая лопатка для перемешивания. Бля, смотрите, классная идея. Лист с фольгоизолом, сразу вырезанный по размерам, по формату, и получается вот такая вот заставная доска. Продаются просто отдельно листы. Так, а вот еще одна емкость для проварки корпусов. Корпус цепляется, да, и опускается. А он не упадет? Я же не пойму. Сейчас давай спросим. Как-то он должен же задержаться. Станок для распечатки. Полуавтомат, так сказать. Попадает рамку. Вот здесь трубка, получается, давит рамку вниз. Между распечатывателей. Рамки без Гофмана. Не знаю, как оно с Гофманом работать будет. Да, немного не досмотрели. Это типа линия полуавтомат, маленькая такая. То есть вот рамки собрались. Опять же, горизонтальная медогонка. Вставляются рамки в приемники, в кассеты. И дальше уже отпечатанные рамки. Что-то сломал? А вот такой вот винт. Для перемешивания меда, то есть для гармонизации, перемешивания. А Тома говорит, что, ну, представители Тома говорят, что в Украину очень много продали, и большинство экспортеров он стоит на заводе. То есть перемешиваем прямо в бочке.
Так, а вот стол для распечатки. Сразу с медогонкой. Почему-то как-то оно не очень популярно у нас в Украине. Ну, большой, ну, возможно, удобно. Возможно, плохо, плохо откачивает, плохо, возможно. Хотя движок стоит, как бы. Имеет право жить. Так, а вот тут у них такое интерактивное решение. Улей. Типа сверху. Ну, это реально не улей. Это просто экраны вставлены. Этот. Здесь есть кнопки. Ты разбирался, как тут нажимать? Сломал. Не? Нажал. Ну, то есть интерактивный консультант. Так, ребят, и почти реклама. Вот такие вот классные препараты для ловли раев, средства для ловли раев, так сказать, уже скоро появятся в Украине, в нашем магазине. Будет спрей и будет мазь. Эти препараты практически есть в любом интернет-магазине Европы, потому что они очень эффективные. Рецепт хранится, по-моему, с 1920 года, ну, почти 100 лет рецепту этой приманки. Ссылочка будет в описании под этим видео. Так. На улице вот такие вот классные манипуляторы. Вот, в общем, ну, по оборудованию я уже говорил. Очень у них круто для всяких специальных штучек, вот такие вот подъемники все, ну, в общем, все максимально сделано для удобства, для амортизации, и у них очень много предложений. Эту серию будем заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Привет всем из Франции, до скорой встречи, пока.